понятиями у них все заросло. Как не увидишь даже. Понимаете? Ну ладно, это попозднее заедем. Сейчас на горку съездим. Только там связь есть с внешним миром. Отметимся, что доехали. А потом сюда вернусь. Придорожная. Ну и что тут? Нет груздей. Смотрите, какой год. Если найду, вот я вставлю. Как на этом месте раньше груздочки росли. Вот смотрите, ничего нет. Вот. Заросло все как. Семёниху даже не видно, что делается. Ладно, сходим, посмотрим. Зарастали стежки, дорожки, где проходили милого ножки. Семёнинская копь. Сколько здесь берила было добыто. Да. Потом Гурков работал. История умалчивает. Куда он сгинул? Около 30, что ли, 25 метров эта шахта. Тут двигатель стоял, клеть опускалась, поднималась. Ну, в общем. Вот какой гнатит был. Мелкий-мелкий вот здесь вот попался. График мелко.
несколько моментов еще. Вот видите, какая няша. Болото какое-то. Не полез бы сюда никогда. Но есть отвал. Есть отвал. Что мы можем прикинуть? Мы можем прикинуть, что лето очень жаркое было. Следовательно, эта вода несколько ушла вглубь, как бы осушила вот в этом месте. Все, конечно, но здесь-то осушила, потому что вода стояла вот где-то здесь. То есть около метра у нас свободных. Никто, значит, в этот отвал на этой глубине сейчас от поверхности воды метр не лазил. Поэтому наверху-то все копаться могут, конечно. А здесь вот неизвестно, что может никто и даже и не ходил здесь. Эти следа. Конечно, тут интересные вещи попадают. Вот уже можно посмотреть, как здесь работали. Какой кварц был. Какой вот это вот пигматит. До того мелкий прямо. Вот это вот их теоглиптый кварц, они вот так вот идут параллельно друг к другу. Часто-часто. А это вот видите, письмена. Но настолько мелкие. Я таких еще не видел. Глазом не различить. Другие очки одел, все равно. Но это пигматит такой светлый. Так что вот. Смотрим, копаем помаленьку отвал. Снизу там, где никто не проходил. Не факт, конечно. Ну просто шанс, если отвал на несколько раз перебирали, то в этом месте вряд ли что-то попадет, покажу. Еще если у вас время есть, то конечно снизу начинайте его. Не сверху потюкали и все, а снизу, понимаете? Как будто идете по подошве. Вот, если хотите действительно отвал посмотреть, вот такая шнега. Никогда не думал, что такие лесты мусковита бывают. Вот видите, это не все, наверное, я еще вытащил. Конечно, при таком мусковите, да, такой красноватый шпат, как тут берила не будет? Будет. Молодцы, молодцы, деды, все тут выбрали нахрен. Кварц такой тут водянистый, интересный. Красота. О, вот это шмотки. Хрена себе. Ничего себе. Вот, слюда идет и идет. Хорошо, значит, брали тут. Это так изъедено, вымыть надо. О, какая красота. Смотрите, слюдка как. Ой, мне нравится. Возьмем. Так, а это что там? Кристаллы вроде торчат. Это уже. Вау! Ну вот. За это следовало. Смотрите, какая красота. Ой, красотень какая. Вот так вот. Деды. Чуем этот кварц, от которого у меня слюни даже бегут. Им берил нужен. Берил, подавай, аквамарин. Хороший шматок.
друзы хрусталя. Ладно. Пойдем дальше. Ну вы поняли, да? Как отвал работать, вот если из болота. Вот видите, вот он. Вот он внизу. Сверху, наверное, тут уже его распетушили. А здесь, пожалуйста. Вот еще какой-то. Ну, это осколок. Идем дальше. Правда. Перчатки мокрые уже. Не помню, запаску взял, нет. Оба-на. Оба-на. Какой шматок слюды. Ну, это ясно. Ребята, это вот где-то или рядом, или друзовая полость заморож. Оттуда. Да, видите, вон мусковит как. Даже вот здесь вот розочкой. И шпат здесь черный, видите? Вот коричневый, вот где палец. Вот. Точно вот эта сторона занорная. Yes. Yes. Вот какой натюрморт. Хорошо.